Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі. З вами програма ТБУ «Топ блогер України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні до мене прийшов адвокат. У мене все нормально, у нього теж. Андрій Гожий, вітаю нас в студії. Мір трудмай. Як справи? Що нового? Як багато роботи зараз під час карантину адвокатської діяльності, чи не дуже? Отвечу по класіці. Діла у прокурора, у нас ділішки. Ну, как и у всех, как и любая сфера услуг, во время кризиса мы переживаем спад, поскольку суды откладываются, судиться никто не хочет, не за что судиться, денег у народа особо нет. Единственное, что сейчас полицаи штампуют протоколы, как из пулемета. Но это как бы дела будущих дней. Ну вот, до речи, стосовно цих протоколів, 17 тысяч, да, якщо я не помиляюсь, а може хтось, якщо він постарається, то він може отримати трошечки більше, там 30 чимось тисяч гривень. Але я чув, що на відміну від поліції, суди, вони не підтримують цю ініціативу, тобто вони скасовують ці рішення. З чим це пов'язано? Ну, перше, во-первых, как бы мы не ругали українське правосуддя, они там люди с юридическим образованием и с опытом работы, в отличие от нашего Министерства внутренних дел, которое руководствуется только политической целесообразностью. Плюс судьи прекрасно помнят майдановские дела, прочие дела, когда со сменой власти просматривали их решения и говорили, ай-яй-яй, да тут же нарушена Конституция, так у нас же, оказывается, в стране Конституция есть. Тобто є люди, які наперечі заглядають. Конечно, конечно. У нас є конституція і де-факто, і де-юре, вот только де-спириту нет конституції, то есть по духу нет. І вони відкривають конституцію, читають, ах ти ж батюшки святі, так оказывается, передвижение – это конституционное право, свобода передвижения, свобода собрания, какой-то кабинет министров, сборище поважных людей. Очень крайне уважаемых людей. Да, ну, в Украине на выборах мы всегда избираем только лучших людей, сливки общества, и интеллектуального, и экономического. И они своим постановлением отменяют конституционные права. Ну, такое постановление может выполнять только Аваков, ему не привыкать. Ну и плюс он же все-таки главный в нашей стране, в действительности, начальник страны Аваков. Вот навіть такая заява от вас, да? Ну, конечно, президенты меняются, Аваков остается. Что Аваков, как Аваков говорит, так и происходит уже. У нас был и Турчинов, и Порошенко, и Зеленский. И сколько уже премьер. Аваков, да. Несменяемый. Ну, в принципі, бачите, ну, щось, якась стабільність в країні є. Щоб хто не казав, так що це, в принципі, такий фактор стабільності. Это фактор, можно сказать, не стабильности, а это фактор того, что, и здесь без шуток, силовой орган такой, как и национальная полиция, а Авакову кроме нее подчиняется еще ряд структур, такие как государственная пограничная служба, МЧС. Вот пограничная служба. До речи, хотел бы від стабильной Украины до нестабильной Европы перейти. Вот нещодавно президент Франции Еммануел Макрон, він сказав наступне приблизно, що, знаєте, зараз стосовно, ну, від того, що пандемія в Європі, від цього коронавірусу, з'являється така ситуація, що нам, мабуть, потрібно закрити Шенген-зону до осені. Ну, смотрите, як ви до цього ставитеся, якщо це дійсно відбудеться, і про що це свідчить, чому, ну, що насправді настільки погана ситуація, тому що з деякими людьми спілкувалися з Германії, то вони казали, що насправді там немає таких страшенних якихось обмежень, вони не відчувають, що там зараз така страшна пандемія. С чем это может быть повязано? Если бы коронавируса не существовало, его было бы все-таки стоит придумать, поскольку в Европейском Союзе накопилось такое количество
очень нерешаемых проблем. Авакова у них нема просто. Авакова у них нет, да, слава богу им. И может быть потому, что Авакова у них нет, то и наши топ-чиновники любят там рожать своих детей и размещать свои банковские сбережения и даже учить английский, туда убегать. Проблемы иммиграции. До вспышки коронавируса у нас тема номер один была Сирия. Да, и помните, как Эрдоган публиковал карту, как он будет отправлять своих беженцев и сирийских беженцев в Европу. Согласно того же французского гуманитарного права и миграционного, вот что с ними сделаешь? В Италии судят министра внутренних дел, который не пускал иммигрантов. Поэтому вопрос миграции, а тут под таким благовидным предлогом, можно решить. Плюс экономические проблемы. Осторожно, да может и не осторожно, Ливан заявил, что он не будет возвращать деньги, у них дефолт. Знаете, почему он сказал не будет? А может, у нас коррупция и деньги разворовали. Это намек вот кое-кому. Вот так и сказал. Италия очень просела по своим евробумагам. Очень мало осталось стран в Евросоюзе, которые сохраняют положительное торговое сальдо, это там Голландия, Германия, вроде и Италия, которые тянут на своих плечах всю Европу с их непомерной социалкой. И также мы можем говорить о восстаниях желтых жилетов. Проблем очень много, и сейчас распихать всех людей под домашний арест, выдавить неугодных, очень хороший шанс, почему бы и нет. В принципі, да, виходить, не треба там лазити, десь шукати цього злочинця. Да? Прийшов просто до нього додому і забрав його. А друзі не будуть збиратися для того, щоб його відстаювати. А як ставитись до того, що взагалі в Європі дуже потужні зараз євроскептики? Ну, євроскептики, так. Деякі люди кажуть, що у них складається таке враження, що сам проєкт європейський, що він має закінчитись. Тобто він не має розвитку в майбутньому. І для того, щоб не визнавати, що цей проєкт закінчився, то можна так потихеньку сказати, що ми просто тут завершуємо нашу співпрацю у зв'язку з тим, що коронавірус. А так би, якби його не було, то все було б добре. Ну, это такая вот думка. Я услышал. Ну, смотрите, Европа в каком-то виде все равно продолжит Евросоюз свое существование, поскольку по жутко запрещенному в Украине Марксу и Энгельсу, для того, чтобы буржуазия, которая эксплуатирует другие страны, могла спокойно существовать, должно быть у нее два сдерживающих фактора. Первый фактор – это свободное перемещение трудящихся, что происходит в Европе, для того, чтобы не было критического накопления электората в одной отдельно взятой стране. Вот, допустим, как Эстония, Литва, Латвия, вся выехала там в Польшу, в Британию, те выехали в Германию, то есть идет постоянно... А сидорочи зараз повертаются. Вот. И второе, это поддержание колониальной администрации в ресурсных экономиках, это такие, как Украина. Тогда будет порядок. Евроскептики своего добились по выходу Британии, британский exit, он же Brexit. Однако Британия очень тяжело со скрипом уходила из Евросоюза, сохранив с ними очень тесные связи. Поэтому как экономический проект Евросоюз вряд ли перестанет существовать. Он может поменять название, может произойдет перераспределение внутренних ресурсов, чтобы не тянуть на себе явно отстающие страны. Ну, а як тоді, ну, в випадку, якщо дійсно, ми проєцируємо, якщо дійсно зараз Шенген закриється, що робити нашим хлопцям, дівчатам, бабусям, дідусям, які прагнули до Європи? Це, виходить, нам трошки на паузу треба буде встати з цим питанням? От, смотрите, да, якщо ми, звісно, говоримо о наших бабушках, вони за останні 5 років дуже привикли на кожні вихідні літати либо в Париж, в Лувр, либо в Венську оперу, пити кофе в Празі. Це тяжело, тяжело, но пандемія ужасного коронавірусу, яка уничтожает, просто косить людей мільйонами, вынуждает нас, бабушкам, потерпеть,
попытаться через онлайн-приложение, у нас же идет эта диджитализация страны, то есть бабушка должна сейчас взять свой смартфон, там есть приложение, виртуально посетить Лувр, заказать себе пиццу, как бы ни в чем себе не отказывать, посидеть дома, как говорит наш мудрый президент, и все будет окей. Ну, депозиты отличные у бабушек, здоровье супер, как бы доставка еды работает, ну чего не возмущается? Достаточно серьезно. От государства вообще поддержка просто сумасшедшая. Маски раздают, лекарства, все шикарно просто. Вот как раз дома только и сидеть. От, до речі, і хочу продовжити цей позитив. Пан президент сказав, що він готовий знайти мільйон доларів для людини, яка знайде, яким чином можна створити вакцину проти вірусу, проти коронавірусу. Як ви думаєте, наскільки швидше зараз піде ця справа і... Ну, вы знаете, наш президент нынешний до этого работал комиком. А задача комика какая? Это нести чушь на публику. Поэтому, я смотрю, он не избавился от этой своей привычки, поскольку, если мы говорим о действительно странах с развитой наукой, и не к ночи будет упомянута Российская Федерация, то они говорят, что готовы будут приступить к испытаниям вакцины только осенью. При этом к этой осени может поменяться штамм вот этого самого коронавируса на COVID-20. Или 20.1, и как бы и получить вакцину на вируса, который, ну, которого уже не будет. Однако миллион, что здесь самое главное, в принципе, это заманчивое предложение. Может кто-то там, может Сивоха откроет, там, или этот Баканов вот, откроет и получит миллион. Ну, в принципе, я не знаю, там миллион, но это настолько великие гроши и витрачати на какой-то вирус, если можно, в принципе, другий шлявский міст побудувати. Потому что я не могу эту тему отпустить, и пана Кличко тоже, потому что он такой у нас веселый мэр, потому что 150 метров моста обійшлися 1 мільярд гривень, це 1000 мільйонів. Я якщо порахував, то 1 метр моста 6 мільйонів 500 тисяч гривень вийшов. Ну, от такий дорогий бетончик. Це наномост. Це просто при ізготовленні цього бетону використовувати технології гідності. Тобто, якщо ви посмотрите під мікроскоп, то кожна молекула цього бетону в тризубчики складується. Це, а поскольку ми країна рекордів по тризу, у нас найбільше тризуби із сена, із сала, із арбузів, із голих тіл. Бо немає вже грошей на те, щоб вставити вставну челюсть. Ну, в принципі, так. Хотілося б тоді перейти до освіти. Зараз наші маленькі українці, вони не мають можливості відвідувати школи, дитячі садочки, і ми викрутилися з цієї ситуації, тобто зараз показують по телебаченню уроки, на яких вони не можуть бути присутніми. І ми, люди, які вже не відвідуємо школу, нам дуже цікаво було подивитися, а який рівень зараз наших вчителів. Останнє, що мені дуже сподобалось, я не буду навіть там брати приклади історії, там все чудово. Але, в принципі, і географія у нас непогана. Тобто Австралія, наприклад, у нас омивається Атлантичним океаном, як ми дізналися. Ну, трошечки з уроки історії, це Іван Грозний, він з ліванцями воював для того, щоб Балтійське море, значить, вийти до Балтійського моря. Як ви вважаєте, що нам з цим робити? Ну, теперь всі побачили, яку чушь дітям розказують, в принципі, в школах. Їм же те ж саме розказують. А возможно, еще похуже. Но смотрите, концепция очень простая. Поскольку Украина превращается в сырьевой придаток, да, это наше, мы являемся колонией, то образование для большей части детей на самом-то деле не нужно. Задача школы что? Научить гимн петь, вот, научить кричать «Слава Украине! Героям слава!», там, знать что-то о Бандере. В принципе, этих или... А, и хрестик ставить в зарплатных ведомостях. Этих знаний будет вполне достаточно для того, чтобы в Польше собирать клубнику. Еще в свое время, когда сюда пришли немецко-фашистские вызволители, вот, по новой концепции, примерно они в своих циркулярных письмах об этом... Вы уже подручник истории, я почитал. Да, у нас были немецко
нацистско-фашистские вызволители и советские оккупанты. Ну, судя по новой концепции академика Ветрова. Он академик, кстати, Вятрович? Да. Академика Вятрович, если я ошибся, принизил его звание, то прошу у него прощения. Но я бы ему дал академика. Вот, золотой малины. Вот, поэтому это лишнее. Вообще это сидение в школе, это лишнее. Учитывая, какое будет впереди трудовое законодательство, думаю, что у нас дети будут работать с 10 лет и на плантациях у хозяина, и эти знания будут лишние. А Иван Грозный, ну да, наверное, и с Ливаном мог повоевать. И не такие... Він теж по нашим підручникам вивчався, від того він такий... Да, так, да, да. Значит, Балтийское море... Ливан. Послушайте, когда я разговаривал с преподавателями украинского языка, и они говорят на украинский язык украинский, украинская мова, то есть они за 5 лет не выучили, как называется язык, который они преподают. Мы заменили украинский язык суржиком каким-то хуторским. Ввели, у нас же снова этот правопис, у нас там и питание, и прочее, что-то все забыли про него. А я юристам советую, кстати, сейчас, если захотите поиздеваться над каким-то вредным судьей, когда он вам напишет очередное судебное решение, подайте заявление об исправлении ошибок и неточностей. И пусть эти судьи переписывают все по новому правопису. То есть надо доводить до абсурда. Они довели нас до абсурда, надо их доводить до абсурда. Пусть с ума сходят. Ну, буде загальний, спільний абсурд, і, в принципі, ми не будемо сперечатися з цим, правильно? Буде хоровод. Ну, всі знайдемо спільну мову, і буде все добре у нас. А от хочу знайти також спільну мову стосовно деяких закладів. Ну, дивіться, у нас карантин, да, зараз. Тобто у нас більшість ринків зачинено. Тобто для того, щоб люди, коли вони приходять, відвідують, тобто, ну, щоб вони не заражали один одного. І все для цього робить наші хлопці, це і пан Кличко, це, в принципі, люди, які замінюють зараз санепідеміологічну службу, яку прибрали, і зараз не зрозуміло, хто за все відповідає, до кого звертатися, якщо щось не так. От. І є у нас столичний ринок. І це якесь чудо просто. Це якесь чудо, це оазіс в пустині. Тому що ця пустеля, ну, ми дивимось, нічого немає, а от столичний ринок працює. І ніхто не може вплинути на те, щоб цей ринок трошки призупинив свою роботу. Бо якщо ми дійсно переживаємо, то давайте всі будемо відповідально себе поводити. З чим це пов'язано? Ну, я думаю, це пов'язано з тим, що господину меру в голову удареному, і, ну, він же займався боксом, ну, в голову його били. Просто епідеміологи доложили во всі кармани доклад, що от іменно на цьому ринку коронавірус не розпространяється. Іменно там не розпространяється. Коронавірус не розпространяється в ломбардах. Коронавірус не розпространяється в торговій сеті «Епіцентр». В АТБ, на рынке столичном он вообще не распространяется, но коронавирус крайне опасен, если ты находишься на стадионе, даже если между вами по 100 метров дистанция, на спортплощадке, это просто ужасно, коронавирус распространяется. Не дай бог ты возьмешь с собой погулять с собакой ребенка, чтобы он не заболел рахитом, а получил все-таки какого-то ультрафиолета и выработался витамин D. Поскольку... У нас борются с коронавирусом больше не медицинскими средствами, а я как коронавирусный диссидент, а административными методами. Каждый административный метод порождает коррупционную составляющую. И мы это очень четко видим, когда одни предприятия работают, а другие нет, а объяснить разницу не могут. Вот вам и рынок столичный. Ну почему? Ну, я вижу в этом коррупционную составляющую. Больше никакую я в этом не вижу, поскольку это правовой даже беспредел. Ну, видно, необходимо, чтобы общественность обратила на это внимание. И раз наши националисты, которые обеспокоены здоровьем нации, то есть они велика нация, им не страшна радиация, то есть этим не обеспокоены, видно, не поступила команда от Баканова или Авакова, то мы этим обеспокоимся. И конкретно давайте просто напишем заявление Ляшку, тому, который натурал, и... Вот, і в національну поліцію. Тобто я можу це рахувати як те, що ви
цієї справи займатися. Давайте ми займемося ми рішенням цієї проблеми. Ну, кому-то ж треба чим-то займатися на карантині. А, от бачите, і дійсно, тому що занадто багато часу, занадто багато справ, насправді, які треба завершувати, закінчувати. Так що я це зафіксував. Фіксуйте. І ми тоді будемо слідкувати, як будуть розвиватися ці чудові події, пов'язані з цим ринком. Да, і пусть скидку на сало дадуть. Добре. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. Топ-блогери України. Изменения в госбюджет приняты. Теперь я вангую, вы будете слышать постоянно следующее. У нас нет никакой коалиции с Европейской солидарностью и с Голосом, потому что у нас хватает своих голосов, у нас монобольшинство, мы без проблем даем 226 голосов и так далее. Это ложь. И вы эту ложь будете слушать, просто я хочу, чтобы вы понимали, что это фуфло. Настоящее фуфло. Потому что за изменения в бюджет они могли проголосовать, невзирая на то, что часть людей в этом якобы монобольшинстве не относится к этому монобольшинству. Ну, короче, вы это увидите, когда будет голосование за так называемый антиколомойский закон во втором чтении, да, ну и так далее. Вы это еще увидите. Пока что не собрался еще комитет по антиколомойскому закону. Вот когда они пройдут комитет, потом будет вынесено на рассмотрение, потом будут правки и так далее. Вы это все увидите. А мы решили задать вопросы по поводу коалиции. А вы уже без вопросов. Да, да, Александр, да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, не смущает ли вас коалиция... Меня ничего не смущает в этой жизни. Я понимаю. Не смущает ли вас коалиция с Европейской солидарностью, с Голосом? Ну, то, что вы в унисон голосуете. Законы по земле, антиколомойские законы, так называемые. Голосование было, перебыло. Ну, а у вас есть коалиция, подскажите? Ну, мы около 60% законов проголосовали всей Радой почти, всеми фракциями. Почему-то нас никто не спрашивает про коалицию с оппозиционной платформой за ЖКР. Ну, скажите, можете признать, есть у вас коалиция или нет? Ну, конечно, никакой коалиции. У нас есть монобольшинство. Никакой коалиции нет. В ближайшее время мы это проверим, причем эта фраза явно опровергает слова Порошенко, потому что Порошенко прямо называл это коалицией. Что будете делать с справками по так называемому антиколомойскому закону? Ну, там еще комитет с ними не разобрался, потому что мощностей комитета не хватает пока, чтобы свести в одну таблицу. Вплоть до того, что вот вордовский документ, те, кто работает на компьютере, должны сейчас меня понять, он просто зависает. Зависает вордовский документ, поэтому будет еще отлагаться. Отлагаться это будет не очень долго. Если им надо будет, они пойдут на полное нарушение процедуры. Я, конечно, утрирую, то есть забить на комитет, на рассмотрение в комитете они не могут, но тем не менее, они могут перескочить через любые процедуры, потому что это требование МВФ. И этот антиколомойский закон они принимают исключительно потому, что это требование МВФ. Причем МВФ выкручивает руки, и вы дальше это услышите. Скажите, пожалуйста, ваше личное отношение к Петру Алексеевичу Порошенко, как вы к нему относитесь? Личное отношение? Личное, да, вот хотелось бы. У меня нет личного отношения вообще. Ну как вы уважаете? К малознакомым людям, скажем так. Петр Порошенко? Ну, конечно, откуда он? В зале находится, я нахожусь в зале, мы депутаты, коллеги. Там, я с ним детей не крестил, как бы там, ну, то есть, какое, может быть, личное отношение. То есть у заместителя председателя фракции «Слуги народа» Корниенко нет никакого личного отношения к Петру Порошенко, они просто коллеги, которые находятся в зале. В принципе, ну, он детей с ним не крестил, то есть он не знает его, по сути, ну Порошенко какой-то, а вон там вот Ивашенко есть. Вон там Гамнашенко, еще кто-то, да? Другое дело, что если бы при предвыборной, они то же самое заявляли, что мы Порошенко просто не знаем, поэтому мы не будем говорить, что он преступник, и мы придем вместо него. Мне кажется, что это было бы правильнее. Хотя я не хочу корректировать его слова, вы услышали то, что вы услышали. Давид, прокомментируйте, пожалуйста, вашу коалицию с Европейской солидарностью, «Слуг народа». У нас нет коалиции с Европейской солидарностью. Когда есть коалиция, то у нас вместе голосуют. А есть ли вообще монобольшинство сейчас? Вот у вас сегодня есть? Посмотрите. Хорошо, у вас, то есть, можете прокомментировать вот ваши общие голосования по антиколомойскому, по земле с европейской солидарностью? Есть сторонники дефолта, есть противники дефолта. Слава богу, в этой стране пока противников дефолта больше, чем сторонников. Да? Вот и вся история с этой так званой коалицией. Да? То есть все вменяемые партии понимают, что да, этот закон не самый, наверное,
конституционно, я бы даже так сказал. Ого, да? Прекрасно. Ну, наверное. Но если сейчас класть на весы, если это жесткое условие получения транша, надо идти на это условие. То есть европейская солидарность – это вменяемая политсила, это вменяемая партия. И фидыны, вот эти вот все, вот это тоже вменяемые, я так понимаю. Ну и самое главное, что закон антиконституционный, но мы не можем его не принять, потому что того требует МВФ. МВФ прогибает парламентариев настолько, что они готовы нарушать конституцию. Банков, да, про процедуру получения ими компенсации, да, если таковая необходима и так далее. Там действительно, как говорят юристы, конституционалисты, много норм, которые, ну, невооруженным взглядом видно, что с большой вероятностью не пройдут конституционный суд. Ну, окей, так зачем вы за них голосуете, если они... Слушайте, это же, ну, понятна же история, да? То есть это prior action, так называемое, последнее условие МВФ. Таким образом, они все предупреждены о том, что есть высокие риски, что это будет обжаловано в конституционном суде и с большой вероятностью скасовано, да? Но как бы все друг друга предупредили о рисках и идем по этому пути. МВФ выкрутил руки, поставив последнее условие. И если это условие не будет принято, то мы просто не дадим денег. Ну вот если их отменят в Конституционном суде, ну, нам что, получается, не дадут транш или как? Не, как ну, на Конституционный что... суд это дело не быстрое. Я не думаю, что это произойдет очень, ну, как бы быстро. Да? То есть Конституционный суд будет рассматривать, будет какой-то судебный процесс там, и так далее. То есть это не, ну, не быстрое. Я думаю, что мы примем закон, получим транш, потом, если что-то будет Конституционным, будем решать эту проблему дополнительно. То есть мы очень хитрые, и мы обманем МВФ. Мы получим деньги, потом это все пойдет в Конституционный суд, и долго-долго будет длиться рассмотрение. Может быть 2 года, 3 года, правильно, 10 лет. Но мы что, денежки уже получили и так далее. Я слышал о такой версии, что, мол, они такие хитрые, что они хотят вот так вот сделать. Ну, это хитрые, знаете, как бы ребенка, который думает, что за щекой спрятанная конфета там, что она никому не видна, к примеру. Вы понимаете, да, о чем я? С другой стороны, я очень и очень ценю Давида Арахамию за его умение говорить правду. А прокомментируйте, пожалуйста, коалицию «Европейская солидарность» и «Слух народа». Вот есть она вообще или нет? Я думаю, что никакой коалиции, честно говоря, нету. Но мне от... кажется, что ее и не будет. Ну а как можно объяснить вот ваше коалиционное голосование по земле и по антиколумбийскому закону? Ой, ну вы понимаете, вот смотрите, у меня как бы такие достаточно... А подойдет, если я потом выйду и скажу, или сейчас? Да давайте сейчас. Давайте, хорошо, дайте тогда. Да. Вы же понимаете, у меня там сложные взаимоотношения с европейской солидарностью. Mm-hmm. И, конечно, у нас немножко разные с ними и взгляды на жизнь, и видение процессов. И люди, которые голосовали за нас, они очень часто голосовали против европейской солидарности. Ну и той как бы глобальной политики, которая была все 5 лет по поводу того, что происходило. Поэтому, конечно, мне бы хотелось, чтобы все-таки все голоса мы давали своей фракции. И если нужно, то голосовали все вместе. Но были какие-то решения, за которые я не голосовал, которые мне странны. Поэтому, ну, вот. Очень хорошо, что есть четкое понимание того, что голоса за «Слугу народа» в большинстве своем это голоса против Порошенко и против его партии. Это очень хорошо, что есть вменяемые народные депутаты в «Слуге народа», которые это четко понимают, отдают себе в этом отчет. Потому что мне сейчас кажется в последнее время, что многие «Слуги народа» думают, что они просто такие клевые, что просто за них проголосовали. Нет, голосовали против. Вам что-то известно о возможных договоренностях «Слуг народа» и «Солидарности» и «Голоса»? Честно, я искренне надеюсь, что их нету. Ну, просто так получается странно, что, да, вы как бы проходили в Раду под лозунгами, что вот Петр Алексеевич там, ну, как бы сядет, и как бы мы ваш приговор там, вот. А тут получается, что голосуют по этим двум таким, мягко говоря, скандальным законам в унисон. Ну, смотрите, по поводу банковского законопроекта, он в принципе спорный. То есть там есть много вещей, которые... Подойди чуть-чуть. Да. Которые, по большому счету, дают, это правильно сказать, дают амнистию для тех, кто сотворил вот этот банкопад в 2014 году. И понятно, что там про антиприват небольшая строчка. То есть в любом случае его надо корректировать, потому что мы понимаем, что часть людей, которые лишились банков,
лишились их просто. То есть, поэтому логично, что из какого-то пула, который был там, не помню сколько, 100 с чем-то банков, которые легли, логично, что какие-то легли просто. Да, это, мягко говоря, спорный закон. И этот закон не, необходимо дорабатывать, но МВФ хочет его именно в таком виде. И не хочет слышать ни о какой доработке, пересмотре и так далее. МВФ требует. Поэтому, да, голос часто нас поддерживал, но Европейская солидарность, как мы видели, ни разу и поддержала всего лишь два раза на банковском законе и законе про землю. И потом, конечно, для меня стало новостью, когда они начали критиковать нас за это же голосование. То есть, понятно, что это абсурдно, надо справляться своими силами. А просто не надо входить в договор с крысами, чтобы потом не удивляться тому, что они ведут себя по-крысиному. Тут немає табу. Андрій, дуже дякую тобі за те, що ти був у нас сьогодні в ефірі. Позитивненько. І справу ми дуже цікаву почали, я сподіваюся. Буду тебе запрошувати ще, а ти приходь. Ну, спасибо большое, что обращаете внимание на мою писанину, то, что я пишу, и пригласили меня в качестве блогера. Очень приятно работать с действительно нормальным, адекватным телеканалом, где не боятся дать в эфир альтернативную точку зрения. Дякую тобі. А на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами. Ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па, не хворійте. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah. Ah.